Нет, нет, нет. Не имеет никакого значения, что народы говорят о евреи, если он поступает правильно. Могу вас уверить, что когда Иисус Навин пришел в Ханаан и сделал семью народами то, что сделал, он не получил хороших отзывов в международном сообществе. Ну и что? Это не важно, а важно то, что если есть заповедь что-то делать, то надо это делать. Да?